Всем привет! Сегодня мы опять находимся на воркаут-площадке и будем качать бицепс. Тренировка бицепса на воркаут-площадке будет состоять всего из трех упражнений. Для этого вам потребуется турник и турник с параллельным хватом, вот такого плана. Итак, тренировка начинается, конечно же, с разминки. И сразу же после разминки, перед тем, как приступить к двум основным упражнениям, мы запрыгиваем на турник и висим максимально долго, как только сможем, вот с таким положением рук под 90 градусов. Максимально долго, как только сможете, вот так вот провисеть, чтобы включить все волокна. Как только вы это выполнили, можно приступать к двум основным упражнениям. Первое упражнение – это подтягивание обратным хватом. Обратите внимание на то, что мы не выпрямляем руки полностью, работаем только в верхней амплитуде, не подключая спину. Это упражнение будем выполнять 4 подхода по 8 повторений. И если вы можете делать гораздо больше, чем 8 повторений, то берите, конечно же, дополнительный вес. Второе упражнение в нашей тренировке бицепса будет подтягивание молотковым хватом. Также подтягиваемся только в верхней амплитуде, не подключая спину. Если вы можете сделать гораздо больше повторений, чем 8-10, то обязательно используйте дополнительный вес. Тренировку бицепса завершаем тем же упражнением, которым мы и начинали тренировку, но уже с дополнительным весом. Делаем удержание на максимум. Надеюсь, видео было для вас полезным. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И до скорых встреч, друзья. Пока!